Из города в область. Сегодня последний рабочий день у главы Фрунзенского района Андрея Удальцова. Он написал заявление по собственному желанию и теперь, по некоторым данным, переходит работать в региональное правительство на должность первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса. Пост руководителя района Удальцов занимал чуть более 4 лет. Сейчас обязанности фрунзенского главы исполняет первый зам Евгений Горюшин.